Всем привет! Итак, у нас три пауэрбанка, и какой из них нормальный, и какой из них вообще не понравился, расскажу в этом видео. Но начнем с самого плохого. Это Black Fox. Дело в том, что за полгода он у меня, можно сказать, батарея снутри трясется. Это, во-первых, даже слышно звук, что не должно происходить. Во-вторых, индикатор должен был быть с подсветкой, но он первое время работал, а потом не перестал работать. Видим, что у меня крепления уже сами по себе сломались. Но в принципе он еще работает, но он, как сказать, не так, как хотелось бы. Второй пауэрбанк — это марки Hyper. Hyper MP12500. Так как он не мой, но в принципе в течение года на него жалоб не поступало, и все отлично работает, примерно на 12500 миллиампер. Имеет также два выхода, имеет светодиодную подсветку, фонарик. Вот. Можно даже для флешки втыкать сюда microSD, но с разъемом. И третье, то что я взял, Interstack. Тоже, в принципе, неплохой, но в течение времени я его еще не тестировал так сильно, что могу сказать о нем положительно или отрицательно. А так, в принципе, вроде неплохо. Кнопочки нажимаются плавно. Если что, пишите свои комментарии, ставьте лайки. Всем спасибо.